Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. Сложно разобраться, кто прав в ДТП, а кто виноват, когда главная дорога поворачивает. Видимо, этого не учел пенсионер на Kia и въехал в Тойоту на улице Воровского. Все подробности в рубрике «Видеорегистратор». Не разобрался на непростом перекрестке улиц Воровского и Попова пожилой водитель на Kia. Мужчина ехал в левом ряду, и когда главная дорога стала поворачивать, он поворачивать не стал и въехал в попутную Тойоту. Как стало известно, что после ДТП у водителей возникли разногласия. Сейчас они вместе с полицией изучают эту видеозапись. Двух фаталистов наблюдал владелец регистратора ночью на загородной трассе. «Десятка» и «Веста» летели навстречу «Газели». Прижал к бордюру мотоциклиста водитель «Пазика» на производственной. Бедолага на двухколесном транспорте еле удержался на дороге. После инцидента он поехал разбираться с шофером автобуса. Расчет – это не про водителя белой Kia. На улице Молодой Гвардии он не смог правильно оценить ситуацию и расстояние. В итоге повернул в самый неподходящий момент. Воспитал водителя четверки, владелец регистратора на перекрестке улиц Воровского и Солнечной. Нарушитель как будто ехал прямо, на самом деле поворачивал налево из среднего ряда. Видимо, участвовал в клубе веселых и находчивых водитель автобуса на улице Производственной. Пробку налево на улицу Воровского он объехал вот таким способом. Шок и удивление испытали автомобилисты на Октябрьском проспекте. Они увидели, как водитель Kia ехал на парковку против движения. Это что такое? Что, вообще уже больной? Ничего себе. Михаил Вагин, место происшествия.